Учителя всего мира сегодня отмечают свой профессиональный праздник. А российских педагогов ждет еще и приятная новость. С 1 октября им повысят заработную плату на 10,5%. Работникам муниципальных и государственных детских садов на 8,1%. Об этом в своей поздравительной речи упомянул глава района Ришат Юзмухаметов. Торжественная встреча, посвященная Дню учителя, прошла 5 октября в районной администрации. Некоторые работники образования получили почетные звания и благодарственные письма. Напомним, что в этом году в Мирнинском районе трудоустроились более 40 новых преподавателей. А к концу этого учебного года районные власти обещают сделать учителям еще один подарок. В настоящее время администрация района заканчивает процесс приобретения 4 трехкомнатных квартир в городе Удачном для преподавателей школ номер 19 и 24, 2 трехкомнатных квартир в поселке Айкал для учителей школ номер 23, школ номер 5 и 2 трехкомнатных квартир в поселке Чернышевский для учителей школ номер 3 и музыкальной школы. Ну и здесь, в городе Мирном, мы надеемся, строим и надеемся, что в конце этого учебного года будет введен так называемый дом, по примеру, дома медиков, дом учителей, это 71-квартирный дом по улице Московской.